На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ливень с грозой в отдельных населенных пунктах, град. Шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду. Из-за дождей и угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями введен режим повышенной готовности. Непогода, которая установилась в регионе, продержится как минимум до пятницы.